Join. Что будем делать? Миссии проходить или пойдем качать стволы? Пойдем, короче, на модификации поебашим. Проходим миссии. Удерживайте Х, чтобы убрать оружие и не пугать гражданских. Тех. Окей. Давай, погнали. Вот она, эта фиолетовая заебота нахуй. Оружейный ящик, короче, там дробовик есть. Называется локация, короче, Итакуа Дельта. Видишь, у тебя дорога отмечена, нет? На желтом. Я говорю, желтым отмечено. Ой-ой-ой, налево, 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 тормози. Вон беленькую-то заберем сейчас. Там какие-то пидорасы есть. Дрон пошел. Назад, враг тебя заметит. Его больше нет. Это одно и то же пустые. Да? Ходу, 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 налево. А? Вот здесь. Все, 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 тормози, 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 тормози. Дальше жестко будет еще. Среди дороги прям поставим. Пусть да и хуйня. Короче, смотри по карте. Одна находится прямо снаружи, то есть нам надо через реку только переплыть, короче, да? И там посмотреть, там дробовик будет. Так, вот смотри, давай правый сначала исследуем, что там происходит. Попробуем, может, просто прокрасться, спиздить, короче, чтобы не поднимать. Здесь боец, и он совсем один. В бункере. Здесь в кустах пока засядем. Дрон в воздухе. Тут нахуй еще ящики с припасами, смотри-ка. Так, здание вроде чисто. Слева. Там гражданские внутри. Пойдем посмотрим, что. Дробаш-то открыть надо. Подожди-ка. Выше пилотаж пошел. Вообще на крыше, что ли, да? Здание чисто, можешь проходить пока. Там еще, блядь. На следующем этаже тоже будет. Ящик. Что происходит? Цель уничтожена. Не знаю, что это по реперсу. Чуть не удобно. Estamos dentro. A todas las unidades. Comiencen el ataque. Ты что говоришь? Какая атака, блядь? Почему? Меня чуть не убили. Босс, идея есть? Опцы, блядь. Здесь оружейный ящик. Я говорю, чуть не пришли, не убили меня чуть. Чуть не убили, говорю, меня. Да ты че? Шел такой, начал стрелять. Сюда толпа какая-то идет, по-моему. Круто, это мне пригодится. Полетай там дроном, посмотри, что происходит. Они не палятся дроном, походу. Не-не-не, они засвечиваются, только надо их надыбать. Вижу вот вторую цель. Один к нам зашел в дом прям. Нет, снял. Тревога какая-то. Пора отсюда валить, короче, пока не остынет. Прям, кто? Прямо на него десантировался. На обошку ему стрелял. Рыбов тебя залезли. Я не видел. Интересно, это дробовик останется у нас? Кто-кто? Дробовик.
Да, да, останется. Они такие пельмени. Цель нужна нам живой. Не, я имею в виду, что можно посмотреть, подождать, пока они, короче, это развернутся, понял. Что-то я далеко от тебя. Ну не убивай, накладывай, выполни задание. Ну, да, я сейчас вижу здесь двоих снайперов. Весь 13 метров. Так, он готов. Раз. Два. Снайпера готова. Так. Запускаю дрона. Левого дядю можешь снимать смело. Видишь, там, короче, фиолетовый подсвеченный. Внутри, что ли, там? Этот готов. Ага, хорошо. Второй, это до сих пор проблема. Летани дроном направо. По возможности. Прижмись там, короче, в эту. В правую рану запустим, ладно. Левая будка чистая. Надо, я не помню по умолчанию на что. Да. Давай вот сюда засухаримся в бункер, короче, отсюда еще разведочку проведем. Здесь один солдат единства. Вон там в бункере. Там кто-то. Так, че? Давай, я ближнюю вышку проверяю, а ты территорию прилегающую. Разок. Ему крышка. Хуя себе, блядь, пришел, дядя. Допросить его. Да-да-да, ну это на второй ушке, да? А, смотри, в ангаре дядя есть, нахуй, да? Этого мы можем. Сможем. Придется нахуй красться, блядь. Вижу третью цель. Плохо. Приляг, отдохни. Очень плохо. О, палил. Я моя промахнувшись. Так, что, валим отсюда, ну? Пускай они там успокаиваются. Пойдем, приходили. Выходим. Чекипоинт, здесь сидим. Вообще мистер Кустик, нахуй. Просто лужа, короче. Не знаю, кто это. Да. Полбазы вырезали, короче. Так, вертуха ушла, короче. Нас, в принципе, никто не душит. Пойдем. Возвращаемся. Ну, а что делать? Дорезать. Вон парень на кипише сидит. Ну. Целей. А чё на ушке снайпер? А, он на той? А, вижу. Не знаю. Хочешь, сам щелкни. На 3-2-1. Враг уничтожен. Расслабьтесь, мы еще живы. Один, да. Средняя вышка самая прочная, короче. Опа. Да, блять, как? Хорош. Прямо в бункере. Так, сейчас я отсюда еще дрончика ебану разок, коли перезарядился. Че, пойдем?
Ну пойдем, пойдем. Этот хер, короче, желтый, смотри, нас спалить может нахуй сейчас. На раз, два. Так, он готов. И где-то там фиолетовый был еще, сука, один. Че, давай этого зафотографируем. Если он увидит нас на Юрии, то это дело того стоит. Вперед. Эй, это... Насрать! Можете убить меня, я ничего не скажу. Ну как хочешь. В один прекрасный день эта садистская парочка может подвесить к потолку тебя. Им нельзя доверять. Будет проще, если их не станет. Слушай, я не стукач, но все-таки их боюсь. Дело в том, что их сейчас нет в Итакуа. Попробуй вызвать их в Итакуа. Скажи, посылка готова. Привет, Полито. Я приготовил ягненка к отправке. Хайся, какой сговорчик пуск. На, сука. Так, теперь дело в модификациях, за которые мы, собственно, сюда и пришли. Похуй сюжет, короче. Эй, тут оружейный ящик. И вот они. То, что нужно. Прицел какой-то. Угу. Так, что наружку зырим? И до машинок. Там доки смотрим. И в перде. База такая, знаешь, снаружи защищена, короче, ну, с этого, с фронта, да? По бокам вообще нахуй ни о чем. Может, чистенько сработали. Далее будет. Красотен. Далее, может, какие базы будут? О чем? Ну ты же помнишь. Было дело там. Нормальная миссия. Пойдем пацанов освобождать. Я полечу. Так, модификации. А модификация осталась ровно одна, нахуй, у меня, по крайней мере, на карте. Тебя что-то не базарят, там не молчат. Да-да-да. Это мы прилетели куда-то, короче, вот там на... Ты видишь, 301 метр, да? Вон там, вон, короче. Там вот наверху, короче, находится, ебать, модификация. Вот нам ее надо забрать, остальное как бы похуй. То есть можно никого не резать даже. Тиму не пугаем, оружие прячем. Но я чувствую, без войны не обойдется. Только. Один. Там наверху вертолет стоит, что упрощает задачу. А вот здесь я вижу, короче, ящик. Она смотрит на меня. В доме прям, Фатима? Наблюдая небольшую группу целей. Вот что-то вот запалил я. Ну этих парней придется убирать по-любому. Давай я право возьму, ты лево забирай. Вот этот нежданчик был. Этот готов. Я же говорю, без войны не обойдется. Их лейтенант убегает. Я его не убил сперва. Блять. Этот готов. Ты мажешь, а я тут загибаюсь. Что там, как у тебя утихло, не? Схватить кого-то, схватить. Пинче каброн. Сотрудничай, и все будет хорошо. Начинай говорить, урод. Че это за бомсы?
Ты как не, его? Не, умирать я не нанимался. Я все как расскажу. Как ты его допросить назвал? Подошел к нему, нажал кнопку. Какую? Б? Опа, идет кто-то. Здесь прямо рядом с нами хер какой-то. Решу как в багажник прячусь. Я нет никого. А ты как в багажник спрятал? Как хочешь. Нихуя, а как? Походу на одного. Сейчас выйду. Не, понятно, что на одного. А, е багажник. Блин, ты не уничтожен. Ты пока лазил, он будет снова. Да-да-да, я видел. Да, блядь, чё меня палят-то так, а? Наблюдаю небольшую группу целей. Готов, ну. Ну, такое желание взять, короче, пулемет с вторым оружием, и это... Хер на осталось забить, ну. Где? Эй, тут оружейный ящик. Держи ящик. Как оружейный ящик? Держи. Он базарит. Здесь оружейный ящик, говорит. Вообще что-то будет. Второй этаж, может? Через стенки видит, через потолки, нахуй. Да, раз она кусок. Нету? Че вообще можно? А, но еще выше. Не оружейный ящик. Он еще выше видит. Через три этажа, походу. Потому что... Вот он. Хавчик. Так, что дальше делаем? Где? Чё-то нихера не понял. А. Я какую-то хуйню подобрал за место своей винтовки. Вырежу сейчас весь этот район, ебучина. Да. Враг уничтожен. Мы в порядке, все целы? Здесь, по-моему, ни хера больше нету, да? Ну, какой-то ящик, стоп. Где-то прямо здесь. Блин. В втором. Да-да-да, наверное. Ну, пацаны томятся, ну. Вот здесь. Угу, понял. Двигаюсь. Пацанов освободил маленько. Штук 6 там. Ну чё, садись посадить. Здесь мы говорим. Че? Да, присаживайся. А, кабачок? Чайник закипел. Ну, походу, чайник попил, но теперь дырявый. Ну почему дырявый? Как раз подогретый, нормально. На 41 кружку, короче, разливать можно одновременно. Не, на 31, прошу прощения. Вон слева еще ящик какой-то есть.
Медицина. Ну это все бред, типа. А у меня что-то все туда с патронов обоняло. Это не то самое интересное, что надо. Надо это, надо быть, короче, миссию. Так, у нас миссия осталась на очки навыков, на топливо, короче, на радиотехническое. Давай пойдем. А, ну по дороге зацепим, короче, диверсию.